очень понимаю тех, кто приобретает вторую фантуру исключительно для вязания резинок, устав поднимать их руками на одной игольнице. Поэтому за двухфантурной вязальной машиной закрепился имидж только для вязания резинок. И чтобы научить вас вязать разнообразные резинки и их комбинации, я связала эту безрукавку, которая имеет свободный силуэт с дополнительными разрезами, скрадывает бока и живот за счет наклонных и вертикальных линий, имеет необычное оформление плеча, имеет оригинальную горловину и отличные декоративные швы, которые укрепляют плечо и не дают полотну растягиваться. В этой безрукавке мне нравится все, кроме кропотливости, и кажется, что руками связать гораздо быстрее. Про эту безрукавку можно сказать много добрых слов, поэтому она у нас будет бонусом для тех, кто придет учиться на курс двухфантурного вязания. Подробнее о курсе смотрите под этим видео. А сейчас я готовлю новое изделие для курса вязания на двух фантурах. Оно будет не менее оригинальным и современным, но более быстрым в вязании и менее кропотливым. А сейчас я подбираю пряжу для вязания нового изделия. На ваш взгляд, какую комбинацию цветов мне стоит использовать? Не забывайте подписаться, чтобы не пропустить продолжение.